Новая форма отличается от прежней прежде всего цветом. Так она стала оливковой, однотонной вместо привычной камуфлированной расцветки. Новый вид получила и шапка-ушанка для военнослужащих срочной службы. Теперь она также оливковая. Кроме того, она стала значительно легче за счет использования новых современных материалов. С нового года, весенней кампании 2023 года, предметами нового образца будут обеспечены все без исключения новобранцы вооруженных сил. Ее разработка заняла ни день, ни два, ни месяц. Порядка года мы работали над этим. Кроме того, участвовали и командиры воинских частей. Мы представляли ее на заседании военной коллегии Министерства обороны. Выслушали мнение непосредственно самих военнослужащих, командиров частей, высшего руководящего состава вооруженных сил.